Привет, пацаны. Это рубрика по стендов 2. Как всегда, да. Извините, то, что так долго не выходили ролики. Сорянчик. Смотрите, кстати, вот калаш чуть-чуть обновил. Я купил, смотрите. Вот, вот здесь посерединке была акция. Я купил и открыл стикерпак, и мне вот. Ну ладно, сейчас я вам расскажу. Я знаю, я слил до бронзы 4. Ну так, что я могу сказать? Мы сейчас будем апаться. Пацаны. Никого я не смог позвать, потому что уже ночь. Никто не согласился. Союзники были, понятно. В союзниках будем не апаться даже. Будем поднимать звание. Да. Да, поднимать звание будет. Я думаю, надо голд. Хотя бы голд. Тот самый я, у которого во всех сезонах максимум бронза 3. Только в этом. Сильвер. О. Вот так берем и все. Я киберс. Я не тренировался, но я киберпельмень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, звуков у меня нету. Чтобы меня они не перебивали. Зевнул. Чтобы они меня не перебивали, да. Я пока что их не включаю. Они мне все равно никак не помогают. Да. О, вот так идеально. Сейчас будем встречать по одному. Давай. Ё-моё, там чуть-чуть. Так. А я думаю, с ЕСПА можно, да? Новую технику опробовать. Понятно. Матершинник. Так, 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 так. Ё-моё, нафига я юспик взял? Лучше бы стекла был. Ну, конечно, он стеклом, я с юспом. Как думаете, если мне купить микрофон и сделать Лего СМР? Пишите в комментах. Сделать или нет? Так, ладно, погнали. И let's go. Здесь будет показано 3 катки без сокращения. Да. Ага. О, нет, нет. Хе. Угу. А, он с калашом был. Ага. Так. Опа. О, сейчас она будет ставить. Хорош, просто хорош. Ё-моё, чё? А, ну по пингу хорошо всё, нормально. Фух. Опа, 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 опа. 60 FPS. Ну ладно, пусть 60 будет. Ага, хана. Чел перепутал меня с противниками. Ладно, окей. Саша, скилл. Но все равно я болею за Saints. Потому что Saints топ. Да. Кстати, да, Сэнс правда топ. А Саша скилл нулевый. Я не знаю, я фигней страдал. Ладно, сейчас будем играть. Опа, 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 на. Опять темно. Темно, потому
что уже сколько? Уже сейчас скажу вам, подписчики. 11:45 где-то так уже даже часов, да. Ой. Опа. Ага, гениально. Так вот. Понятно. Супер раскидка. Сейчас, пацаны, тихо, тихо, пацаны, тихо, тихо, тихо. Минус, минус. Лучше бы я дефал. Ладно, сейчас веку сыграем. Я скилл на... я скин на титул не применил. Ой, что-то подлагивает. Просто, пацаны, я не знаю, просто захотелось с инвентариум поиграть таким. Типа бомжа, который... Так, сейчас, 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 сейчас. Сейчас я вам маты уберу. Вот так вот без матов будет. Да, без матов будет вот так. Но все равно там ничего не делают. А маты это плохо. Да. Пацаны. Да, он все равно ничего не будет делать. Просто стоит АФК. Вот так без матов тоже будет. Так что я чуть-чуть сделаю, для вас удобнее будет. Так. Так, чтобы вы нормально игру видели. Так, вот сделаю. Оружие мне вообще не надо. Ну, вот так. Примените. Закрыть. Понятно. Я в настройках только копался. Ну и ничего, нормально. Сейчас заберем, постараемся. Я сейчас буду максимально тихо говорить. Ага, он с АВМ. Саша, скилл нафиг. Обовин. Да как он это делает? Блин, чел просто АФК. Но он издевается. Я еще с чем-то АВМ купил. Ладно, пацаны, погнали камбэкать. Ага. Америка, Европа. Опа, опа, опа. Америка, Европа. Опа, опа. Европа, Америка, Европа. А у него второй челик жив. Ё-моё. Понятно. Да ё-моё, зачем я АВМ взял? Ё-моё. Чё-то вообще... Нифига. Я понял, почему он фокачил. Ладно, сейчас будем жестко камбэкать. Так, берем и хая сюда. Сюда.
Ура! Чел ожил. Погнали там пойдем. Кстати, так хорошо под Т9 подходит эти перчатки. Я сам вас удивлю. Пока. Пацаны, а вы за что? За здоровую жизнь? Или вот эти вот всякие электронные сигареты? Вот это вот вы за что? Просто напишите в комментах. Просто так спрашиваю. Вот я на спорте. Тренировки. Вот так, кстати, вот почему я всякое вот это ролик я не смог выкладывать. У меня тренировки. По хоккею там. О, да. Мой килл. А все, они уже устали, они все. Они не смогли. Они не смогут камбэкать. Не моя проблема. Чё ты материшься? Я тоже могу материться, но я не матерюсь же. Понятно. Так вот. А как? Сейчас. Он АФК? Он АФК просто. Опа, и все. А ничего. А чего я-то здесь при чем? Пацаны, первая катка, как всегда, комом, да? Ну, хана. Просто хана. Понятно. Подождите. Так, я здесь. Понятно. Опа, опа, опа. Громко звук.
Опа. Опа. Я не хочу сдаваться. Наконец-то. Что упало? Что? Ура! Наконец-то. А я уже испугался. Угу. Опа-на. Что у меня? Ладно. Опа. Есть, его здесь. Так. Нету. Да блин, а чё я не могу двинуться? Ой. Хорошо. Сейчас я кое-что ещё сделаю. Кастомизация. Где? Что? Я здесь сделаю. Она просто была где-то вот здесь. Вот нафиг. Нифига себе. Так, ладно. Кое-что там увидел по телевизору. У меня тут он включен просто. Эх, ладно, я думаю, одна катка будет сыграна. Я уже слова путаю, е-мое. Даже капучино пахнет как мужчина. Чина, машина, чина, молочина. Чина, брата, шипани. Киберпельмень. Я знаю, что я киберпельмень. Эх, что мне взять? Ну, знай меня. Я из этого не попаду. Угу. Ходи, а? Чё, ты сосал, что ли? Давай, чё-то, а? Понятно. Подходи. Да как он это? Просто префорт. Только не так.
собираюсь идти на голд первого. Ладно, пацаны. Пока. Всем пока-пока.